один человек, давно-давно мне знакомый и близкий, школьная моя однокашница. Через два года, мы встречались долго, лет 5 назад, да, Наташа? 40 лет спустя собрался на 6 выпусков из 3 классов. Но песню написал раньше, через 2 года после того, как школу закончил. Значит, такая встреча называется. И когда я не пел, сейчас вспомню почему-то. Давненько мы не собирались за тесным дружеским столом. Мы где-то по свету мотались, оставив встречи на потом, да мы немного постарели, всего каких-то 40 лет, еще для нас стучат копейки, еще для нас встает рассвет, да мы, конечно, постарели, всего каких-то пара лет, еще для нас стучат копейки, еще для нас встает рассвет. Помнишь тонкую девчонку, заря вставала над Москвой, трепал цветастую юбчонку, весенний ветер озорной, она теперь кому-то мама, кому-то верная жена. Но почему же так упрямо все вспоминается она? А впрочем, все это пустое, минувшим днем святая даль, привыкли просто мы с тобою. Делите радость и печаль, листаем прошлого картинки. Сегодня повод есть такой, давай, дружище, по старинке, тихонько вздрогнем по одной, а хотим прошлого картинки. Сегодня повод есть такой, давай, дружище, по старинке, тихонько вздрогнем по одной. Спасибо.